Плотный график работы не всегда позволяет выделить время на такие важные моменты, как, например, прохождение диспансеризации. Для удобства горожан с 9 сентября на тропе здоровья заработал мобильный центр здоровья. Здесь жители могут пройти флюорографию, антропометрию, а также диспансеризацию. Сегодня в рамках мы будем проводить измерения окружности тела, рост массы тела. Также измеряем артериальное давление и по этим данным рассчитываем массу тела. Далее сегодня мы будем проводить забор для анализов, общий анализ крови, биохимию, также кал на скрытую кровь. Далее мы женщинам рекомендуем проходить маммографию, это уже в возрасте 40 лет где-то. Далее ФГДС для раннего выявления заболевания желудка. В числе первых пациентов мобильного центра был глава города Эльдар Валидов, который прошел диспансеризацию и лично убедился в удобстве и необходимости работы таких мобильных центров для жителей города. У нас в городе отличная возможность появилась здесь у нас в центре на тропе здоровья пройти, проверить свое состояние здоровья и получить вакцину от ковид-инфекции. Сегодня здесь тоже прошел кардиограмму, взяли кардиограмму, послушал терапевт, взяли кровь, общую кровь, общий анализ крови и заполнил чек-лист по своему состоянию здоровья. В дальнейшем еще сдам дополнительные анализы и проверю текущее свое состояние, потому что зачастую нам не хватает времени проверить свое здоровье, но здесь прекрасная возможность, я призываю всех наших жителей провести и полезное время здесь, и зайти сюда, в мобильный центр. Главный врач Мурат Авзалов в мобильном центре здоровья поставил сезонную прививку от гриппа. Это заболевание, хотя и считается в народе несерьезным, может иметь серьезные последствия в виде осложнений. Поэтому так важно проходить вакцинацию и от гриппа. Вакцинируюсь я каждый год. Сегодня я вакциной Савигрипп вакцинировался от гриппа. Период ревакцинации от ковида у меня был в августе, вакцину я поставил. Для меня это такая уже традиционная процедура. Здоровье всем нам важно. О своем здоровье мы тоже думаем, поэтому вакцинируемся. Все лето Нефтекамский мобильный центр здоровья участвовал в республиканской акции «Здоровая республика, здоровый регион». А теперь проверить свое здоровье, не приходя в поликлинику, могут жители Нефтекамска. Только за первый день работы в мобильный центр пришли более 30 человек. В соцсетях узнал, что диспансеризация проходит здесь и делают прививки от ковида и от гриппа. Вот мы сделали с мужем от гриппа и заодно решила диспансеризацию пройти, потому что уже года два не была в поликлинике. Мобильный центр здоровья ждет нефтекамцев в будни с 9 утра до 7 вечера, в субботу с 9 утра до 14:00 на тропе здоровья. Полина Сюткина, Эдуард Нойков, информационная программа «Ежедневник».